Запретить въезд на стоянку у городского железнодорожного вокзала просят сотрудники линейного отдела полиции Ноябрьска. Свое требование сотрудники правопорядка обосновали необходимостью постоянно вести работу по профилактике терроризма. Посему подъезд к центральному входу полицейские предлагают ограничить. Предложение это участники аппаратного совещания не одобрили, более того, высказали свои замечания относительно закрытых в здании вокзала дверей. По словам полномочного представителя губернатора в Ноябрьске Павла Доронина, двери центрального входа в вокзал практически постоянно на замке, и это создает неудобства для людей. Иногда редко открывают здесь, со стороны остановки, двери, но туда закрывают со стороны перрона. И вот так вот люди бегают вокруг этого вокзала с вещами и с людьми. Сделайте максимально приспособленный вокзал. Мало того, инвалиды. Инвалиды. Могут заехать на вокзал. По автотранспорту, вот сейчас вы сказали, закрыть, перекрыть и так далее. Угу. Там и так практически вокзал, это единственное на Ноябрьск-2, где... Ну, даже какой на Пуровске, маленькая станция, и то там стоянка прямо рядом с перроном. Удобно, люди подъехали, багаж сняли, и тут же идут в поезд.